Тверской государственный медицинский университет стал площадкой по объединению региональных вузов, средних учебных заведений, министерств и силовых ведомств по решению вопроса профилактики в молодежной среде идеологии экстремизма и терроризма. Такая конференция здесь проходит впервые. Мы обратили внимание, что аналогичную деятельность проводят самые разные структуры, как государственные организации, общественные организации, в индивидуальном порядке проводится работа. Религиозные конфессии обращают внимание на этот вид деятельности. И поэтому возникла идея обменяться опытом. Перед открытием конференции гости ознакомились с выставкой студенческих работ «Мы против террора». Один из видеороликов тверских студентов-медиков вошел в тройку призеров по всей стране. Терроризм – реальная угроза жителей Земли. И к этой теме не остаются равнодушными не только российские студенты, но и гости из стран СНГ, дальнего зарубежья, Индии, Шри-Ланки. Наши идеологические противники, они действуют каждый день. Они пытаются воздействовать именно на молодежь, на молодежную среду. И компанейщины разовых мероприятий абсолютно недостаточно. Своим опытом работы по противодействию экстремизму и терроризму с участниками конференции поделились представители МВД, областной прокуратуры, регионального следственного комитета. В работе форума приняли участие представители различных религиозных конфессий. Ну, конечно же, мы слышим сейчас коллег, слышим коллег из силовых ведомств, слышим коллег из образовательных организаций. Проблемы-то у всех одинаковые, и способы решения в большинстве случаев очень схожи. Но мне кажется, что вот важность этой конференции заключается в том, что здесь могут познакомиться, как мы сегодня услышали, некоторые представители силовых ведомств впервые на такого рода конференции, впервые на такого рода площадке. В принципе, мы друг друга, кто работает с молодежью, по вузам, по колледжам, знаем. Но когда есть узконаправленная специфика той или иной встречи, она позволяет нам, ну, скажем так, более глубоко погрузиться в тот вопрос, который мы рассматриваем, и, может быть, найти какие-то общие точки соприкосновения. Сейчас, по мнению многих участников конференции, важно найти к молодежи инновационные подходы. Очень важно сейчас ловить вот эти тренды, ловить те инструменты, которые понятны и интересны молодому поколению, и использовать их на 100%. Теме противодействия международному терроризму в патрульной службе мы уделяем особое место. В ближайшее время об этом мы поговорим в программе «Тема дня» на телеканале «Тверской проспект», куда будут приглашены в том числе и участники этой конференции.